вот, если получилось. Камеру держу в зубах. Интересно, видно будет. Ну-ка еще раз. Кладка местами крепкая, местами, да нет, скорее всего, вся кладка говно, на извести, на какой-то, отсырела еще и вдобавок. В общем, все очень легко идет, просто надо аккуратненько, тем более этот коридорчик надо разобрать уже, сегодня последний день, больше разрешения заказчик не хочет продлевать, я им специально эту стенку наполовину только разрушиваю, чтобы ему было удобнее раскручивать. А то они хотели стремянку сюда тащить. Ну вот, как-то так. Экскаватор, ну так себе. Было, конечно же, было и похуже. Было гораздо хуже. Так, вроде бы как ничего. По кругу сделаю съемку. Вон там... Днище, броня с подниза я уже половину пооткручивал, потом сниму отдельно. Ну вот и все, как-то так.